Прости. За что? За то, что убиваешь мой народ? За то, что должна сделать. Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не могут телепортировать тебя к себе, потому что я блокирую их способности. Нет. Нет. Но если я сниму защиту... Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это продолжение прохождения StarCraft 2 The Heart of the Swarm. Я чувствую, что ненависть моей королевы пылает подобно солнцу. Но есть и кое-что еще. То, что я не могу понять. Это боль, Иша. Иногда даже ненависть не может затмить мои воспоминания. О враге, который победил тебя? Нет. О лучших временах. О друге, которого я потеряла. Итак, давайте подготавливаться к новой шестой миссии. Новое открытие. Улучшение генетического кода зерглингов. Какое улучшение? Сложно. Генетическая структура разветвленная. Потенциально два новых вида. Скорее внедри их в рой. Виды взаимоисключающие. Гены будут мешать друг другу. Нужно выбрать один, от другого отказаться. Я хочу посмотреть на оба вида в действии. Протестируем в эволюционном отсеке. Очень интересно. Итак, кто у нас есть? Давайте поговорим с Абатуром. Я хочу заглянуть в твою память, Абатур, чтобы понять, почему при виде тебя я каждый раз ощущаю злость. Воспоминания излишние, ненужная информация. Я прочитала твою память. Именно ты создал королеву клинков. Твои лапы поместили меня в Хризалиду. Хрупкая и податливая. Ломал кости. Рвал плоть. Улучшил тело. Если бы ты не играл такую важную роль в моих планах, я прикончила бы тебя прямо сейчас. Не понимаю. Да, тебе не дано понять. Итак, у нас есть гидролиск, мутация доступна. И тараканчики. С зерлингами. Так, какую мы выберем мутацию для гидролиска? Бешенство. В состоянии бешенства скорость атаки повышается на 50%, время восстановления 30 секунд. Вспомогательный панцирь. Максимальный запас здоровья увеличивается на 20 единиц. Неплохо. Дальность атаки увеличивается до 6 или на 20%. Вот это круто. Оставим полые костяные иглы. А, типа они легче летят, значит летят дальше. Вернее, они легче, значит летят дальше. Отлично. Так, ну, тараканы у нас, да, вот это, кислота. Вид зерглинг готов к улучшению. На принадлежащей доминиону планете обнаружена уникальная эссенция. Получить эссенцию, адаптировать зерглингов, уничтожить форпост доминиона. Ага, это значит дополнительная миссия для того, чтобы нам выбрать одного из этих двух подвидов. Ну, давайте пока перейдем назад. Посмотрим, какие у нас улучшения у Керриган. Нет, пока мы не докачались до новых улучшений. Давайте поговорим с Изшей. Разведчики обнаружили большой корабль протосов на другой стороне Луны. Межзвездный корабль, на котором они сюда прилетели. Он не готов к запуску, но протосы все равно запустят его раньше, чем мы до него доберемся. У них всегда есть запасной план. Но я была готова к такому повороту. Интересно. Тебе не обязательно так поступать. Ты можешь просто улететь с этой Луны. До того, как за тобой придет Золотая Армада. Я не могу убегать. Наконец-то я это поняла. Мои враги последуют за мной, куда бы я ни направилась. Мне остается только сражаться.
Значит, мира между нами не будет никогда. Мира. Да уж, действительно, какой уж тут мир. Давайте отправимся в эволюционный отсек и выполним эту миссию. Планета Калис. Форпост Доминиона в скалах над долиной. Вне зоны досягаемости. Требуется адаптация. Местные караки атакуют жертву в прыжке. Поглотить карака, получить эссенцию, внедрить в генетическую структуру зерглингов. Ассимилировав эссенцию, Рой сможет атаковать форпост. Класс, мне нравится, неплохая идея. Собрать эссенцию карака, 0 из 4. Пошли собирать. И мне кажется, мы научимся прыгать. О, во, как собираем-то неплохо. Эссенция получена. В генную структуру зерглингов добавлен новый фрагмент. Усиленные зерглинги готовы к бою. Что ж, посмотрим на них в деле. Доставляю дополнительных зерглингов. Вау. Ха, вот это круто. Вот это уже круто, вот это мне нравится. О! Рапторы прыгают по направлению к противнику, преодолевают утесы. Да, вот это круто. Класс, мне нравится. Давайте пробираться дальше. Ух, как они сигают, отлично. Скольких мы сейчас перебьем? Скольких мы сейчас перебьем? Надеюсь, нам хватит зерлингов, чтобы всех убить. Надо танк уничтожить в первую очередь. Да, потому что он нас может всех перебить. У него же атака по площади. Все, ребят, можете начинать разграблять. Разграблять и разрушать. Отлично. Да, скоростные ребята. Действительно скоростные. Класс. Форпост уничтожен. Следующий подвид готов к тестированию. Неплохо, весьма неплохо. Астрид 3. Дикая стая зергов. У инкубаторов выработался уникальный механизм адаптации. Сверхбыстрое порождение зерглингов. Я беру базу под контроль. Вношу изменения в генетическую структуру Роя. На планете обнаружены войска Доминиона. Направляются к базе. Абатур, быстрее! Выведен новый вид. Сворлинг. Готов к производству. Ну-ка. Мутировать... Это же зерлинги. Сворлинги. Быстрое развитие. Рождаются трое из одного кокона. Численное преимущество над противником. Вау. Вот это круто. Ну-ка, ну-ка, атакуем их. Войска Доминиона наступают. Создайте сворлингов. Слишком много зерлингов. Ха-ха. Да, действительно, зерлингов слишком много. Сейчас мы насоздаем сворлингов этих. Пусть все собираются здесь. Агрессоры уничтожены. Нужно произвести больше зерлингов. Разрушить базу. Так, это у нас королевы. Давайте королев возьмем еще вдобавок. Хотя зачем они нам? Пусть на базе стоят. Сейчас выберем сворлингов этих новеньких и всех сожрем.
О да, супер. Они повсюду! Тогда стреляйте повсюду! А, у них Тор. Вот это плохо. Как бы он нас не прибил. Давайте его в первую очередь уничтожим. Ну что, нам вроде хватит их. Да, нам их хватит уничтожить. Действительно, много не нужно. Численное преимущество, детка. Все, разрушайте. Это система наша. Жгите всех. Кем они там атакованы, это могут нам быть. Нам нужно больше минералов. А, ну да, солдат создавали там. Понемножку выходили, вот и войска атаковали. О, еще целая куча их бежит. Ну да, действительно, это большое преимущество. Такое быстрое, очень быстрое производство. Плюс они еще скоростные. Добавить будем еще какие-нибудь модификации, был вообще супер. Вот и все. Войска Доминиона разгромлены. Испытание сворлингов завершено. Нужно подготовить генетический материал для адаптации роя. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Так, кого же мы возьмем? Прыгающих или бегающих? Прыгающих, бегающих. Прыгающих, бегающих. Даже не знаю. Надо подумать. Прыгающими хорошо будет заходить в тыл. Ну, а бегающих действительно можно делать очень быстро. Да, выбор неплохой. Все-таки, конечно, больше склоняюсь к прыгающим. Да, лучше, наверное, я возьму их. Урон повышается на 2 единицы или на 40%. Может преодолевать уступы. Так, а тут у нас что? Сразу трое делаются. Практически мгновенно. Да, это тоже большой-большой соблазн. Пришли войска, мы сделали моментально и всех отбили. Да. Конечно, наверное, стоит взять этих прыгающих. Чтобы быстренько преодолевать уступы, заходить в тыл. И гадить, как это и должны делать зерлинги. Ладно, давайте возьму раптор. Эволюция завершена. Итак, давайте начинать нашу миссию. Протосы запустили корабль с темной стороны Калдира. Мы еще ощущаем его присутствие, но время уже на исходе. Один из ваших кораблей покинул планету. Значит, тебе осталось только дождаться прихода Золотой Армады. Ты умрешь быстро. Прости. За что? За то, что убиваешь мой народ? За то, что должна сделать. Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не могут телепортировать тебя к себе, потому что я блокирую их способности. Нет! Нет! Но если я сниму защиту... Нет! Не телепортируйте меня! Нет! Ты позволила протосам забрать ее? Она станет их смертью. Да, очень хитро. Должна предупредить тамплиеров. Давай.
Слушай внимательно. На этом корабле тебя ждет множество опасностей. Будь осторожна и выполняй мои команды. Ты будешь поглощать врагов и расти. Тебе надо заразить этот корабль и убить всех протосов до единого. О да, вот это интересная миссия. Вот это действительно интересная миссия. Ну давайте. Собрать биомассу. А теперь ступай и породи потомство. Так, и куда нам нужно идти сначала? Так, не сюда. Ага. Просто дальше нужно пройти, найти безопасное место и собрать биомассу. На этом корабле полно живых существ. Тебе будет легко найти биомассу. Так, ну тут ничего нету. Вот здесь, да, действительно их много. Ну а что толку-то? Я же не могу к ним подойти. А, стоп, паразитическое заражение. А на какую цель-то? У нас нет целей никаких. И дальше вроде не пройти. Куда тут двигаться-то? Личинка, куда двигаться? А, вот сюда. Сюда я зря зашел. Нам надо дальше просто было идти. Давай, личинка, прыгай. Зелот. Спрячься в этом существе с помощью паразитического заражения. Что за шум? Ха. Отлично. Он ушел. Убей своего хозяина и двигайся дальше. Да, неплохо. Надо искать еще животных. Часовой, спрячься за дымовой завесой и подожди, пока он скроется. Ну-ка. Да, интересная миссия, конечно. Что и говорить. Обнаружила связь с зергом. Приоритетные задачи установлены. Остальные задачи отменены. Начинаю патрулирование. Да, что-то мы наследили тут уж больно сильно. Так, он начал патрулирование, и как бы он нас не увидел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ха-ха, мы исчезли. Забавно. Ну, уходи. Ждет нас, а? Все, отлично. Прячемся за следующей завесой. Мимо этих зелотов тебе не пробраться. Заберись в Урсадона и убей их. Да, это круто. Хо-хо. В этом Урсадоне паразит Серга. Да. Протосы считают, что некоторые животные на корабле заражены вирусом Зерга. Они даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. Ух! Ох, классно! Давай, убиваем всех часовых! Класс! А, нет, сначала зелота. Да, Урсадон классный, здоровенный! 600 Пришло хп. Пришло время стать матерью стаи. Отлично. Собрали всю биомассу. И по воздуховодику пробираемся. Что, базу? Неужели тут базу замутим? Ну, посмотрим, посмотрим. Матерью стаи, это круто. Тут тебя никто не увидит. Мутируй. Расти. Так, вырасти. О, да. Ниадра. Что мы можем делать Ниадрой? Породить Зерлинга. Быстрые единицы ближнего боя. Тебя зовут Ниадра. Твоя цель – породить потомство и уничтожить протосов. Убей их всех.
Я живу, чтобы служить тебе. Несомненно. Нужно убить этих существ. Я могу поглотить их биомассу и использовать ее, чтобы вырастить свою стаю. На корабль проникли зерги! Воины, убейте их! Ха-ха, да, я чувствую, беда у вас, ребятки. Зерги на корабле. Вот это круто. Так, мы насобирали. Всякие биомассы. Давайте зерненько сделаем. О, наоткладывали-то личинок. Неплохо. А сколько мы их можем делать-то? Бесконечно, что ли? А, нет, у нас есть лимит. Ха-ха, не успел ты никого убить. Я слышу. Мы соскучились по бою. О, еще тут животные. Сколько же вас, а? Веди мою стаю. Сколько же вас? Атакованы. Отлично. Сейчас на всех напоглощаем. Класс. Больше, больше, больше заражения. Больше заражения. Во славу Роя. О, прекрасно. Так, сколько у нас биомассы? 75. А нам нужно 150, чтобы еще больше вырасти. Сломите их защиту. Рай ничто не остановит. Пушки, пушки, пушки. А теперь этого слабачка. Отлично. Давайте-ка еще парочку зернингов замутим. О, класс. Единственный проход дальше по этой трубе. Вперед! Так, здесь дополнительных миссий нету? Вроде нету, ладно. Я стала слишком велика для этих шахт, но мои зерглинги без труда в них заберутся. Я слышу. Отлично, теперь зернингами проходим. Видимо, как-то открыть проход надо. А, вот как. Не-не, добить зелоты, вы чего? Вот так. Щит больше не преграждает мне путь. Вперед! Вперед, это точно. Ох, сколько еще тут животных. Класс. В этой части корабля чувствуется сильное энергетическое поле. С чем это связано? Давайте, давайте, зелоты добивайте. Вот. А мы продолжим этих козлов и баранов кушать. Отлично. Сколько еще осталось? Ну, не так много, кстати. Наше время пришло. Сейчас давайте доделаем зернингов. А, наверное, нам нужно... Да, точно, опять надо по трубе идти. Так, пошли. Пошли, 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 малыши. Я не Абра. Я чувствую энергию. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его, и этот корабль никогда не доберется до Шакуроса. Отлично. Ох, здоровый. Ну да, какой еще он может быть? Сейчас откроем проход. Щит отключен. Теперь я уничтожу прыжковый двигатель. Голос у нее, конечно, супер. Сейчас доплодим еще зергов. Зерлингов. Наших летающих. Ну, а чего вы не можете перепрыгнуть, ребят? Ладно. Тогда плюся. О, вот так вот. А, он... Слабенький, у него мало здоровья, понятно. Чего же они раньше-то не улетели? В самом деле. Веди мою стаю. Так, куда дальше? Ага. Тревога. Обнаружено повреждение прыжкового двигателя. Немедленно эвакуируйтесь. Остановите их! Зерги не должны добраться до стазисных камер! Ух ты, ёлки-палки! Вам не сдержать, Рой! Так, плодим, плодим, плодим.
Владим, пока можем. Ядру нельзя. Нельзя, чтобы она погибла. Классно плодить. И тут же они в бой, тут же в бой. Да, протосы вам не справятся. Отлично. Как пожелаешь. Теперь этих добьем, но это уже дело техники. Бежать некуда. По славу Роя. Класс. Взрывы утихли. Подожди тут. Я чувствую возмущение энергии в следующем отсеке. Авария. Отказал источник энергии. Вывожу воинов из состояния стазиса. Плохо, что выводишь. Так, нам наше нужно... время пришло. Энергия, то есть не энергия, а вот, вот они, вот что нам нужно. Так, 20. 30. Давай, 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 поглощай, поглощай, поглощай и... Да. Ядра, пора эволюционировать дальше. От этого зависит рост твоей стаи. О! Давайте, зерлинги, убивайте, 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 пока мы эволюционируем. О! Вот это круто. Еще больше можно вырасти. Ничего себе, неплохо. Так, давайте сделаем тараканчиков. О, прекрасно, прекрасно. Наплодили таракашек. И пошли, 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 пошли. Уничтожить образцы! Нельзя дать зергам их поглотить! Ну конечно. Убейте протосских воинов! Нам нужна эта биомасса! Убиваем, 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 убиваем. Так, а мы пока будем поглощать. Поглощать. Поглощаем, поглощаем. Сколько тут животных, а? Сколько же тут животных? Супер. Давай, давай, давай. Мы соскучились по бою. Отлично. Так, иди, надо еще сделать таракашку. Так, ты не ядра, давай двигайся дальше. Ой. Давай, убивай уже. Не дождемся мы, пока они тут все разблокируются. Проще дальше уже пройти. Здесь мы всех поглотили. Несомненно. Наше время пришло. Ладно, надо все-таки добивать их, а то они за нами так и будут ходить. Вот, отлично, отлично, отлично. А, мы еще закапываться можем? Что, бетонный пол, серьезно? Закопаться. Охота продолжается. Так. Ой-ой-ой, надо бы убить этого. Слушайте, он здоровяк. Так, тараканчика еще сделаем. И зерненка. Что-то протосы не очень-то спешат убивать животных. Сначала с нами хотят разделаться. А ведь убив животных, нам бы сделали только хуже. Ну что, тебе время нам расти? На следующую ступень. Скоро тебя ждет последний бой. Последний бой? Он трудный самый, нет? Ух ты! Вот это здоровенная штукенция. Гидралиска можно породить. Вот это круто. Сейчас, 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 сейчас сделаем гидралисков. Отлично. Дождем, пока они вырастут у нас. Малыши. О, какая красота. Погнали. Продолжается. По славу Роя.
У нас еще улучшенные же гидралиски. Нельзя дать им убить Урсадона. Этот Урсадон мой. Давай, нужно убить этих протасов. Да хватит, хватит убивать, не убивай медведя. Вот. Вот. Вот, всех заражаем. Всех заражаем. Отлично, и Урсадончик. Урсадончик за нас теперь. Ух ты. Обалдеть. Этот корабль сгорит. Теперь еще и Урсадон за нас. Все, давай, пошли, пошли. А, тут еще двое. Зачем нам столько? Мы же больше не можем мутировать. Ладно, неважно. Охота продолжается. Да, мы... Пошли дальше. Протасы собрали большой отряд. Подготовься к атаке. Ничего, атака у нас уже готова. Уже можно начинать. Несомненно. Целый Урсадон охота у нас есть. Продолжается. Бежать некуда. Так, где наш Урсадончик? Прыжок сейчас мы замутим. Опа! Плохо. Значки стана, как в доте. Как в варике. Наше время пришло. Близы, что тут скажешь. Близов все похоже на вов. Они пытаются делать что-то новое, но все похоже на вов. Готовьте спасательные капсулы! Точно, сваливайте. Уничтожь спасательные капсулы, пока их не запустили. Протасы не должны доставить весь наш Акурос. Одна есть. Сейчас и вторую добьем. Что, неужели у них никакого ретранслятора нет? Чтобы сообщить. Неужели никакой связи нет? Тут как-то странно. Давайте, убивайте уже. Забавно, что они так никого из нашей стаи не убили. У нас 30 из 30. То есть они вообще никчемные. Они начали готовить к вылету новые спасательные капсулы. Уничтожить их! Ничего, их уничтожим. Бежать некуда. Это точно. Во, наконец-то уничтожили парочку наших. Зеленку, кстати, уже давно съели. Я тебя вижу. Остались теперь только тараканы и гидралиски. Ну, побольше гидралисков сейчас сделаем. Я новых уже наделал. Так, где там еще одни? Да, а, мы не можем пройти сквозь эту дрянь. Ладно, охота пошли через другой вход. Как пожелаешь. Щитов тут понаделали, понимаешь ли. Убей. Мы не уйдем в пустоту без боя. Уйдете, уйдете. До этого уходили, сейчас уйдете. Последняя капсула осталась, надо скорее к ней спешить. Скорее, 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 скорее спешить. Так, ну там еще 80 секунд, так что все успеем уничтожить. Этих всех уничтожим. Ох, сколько, еще архонтик у нас тут, ничего себе. Нас никого не победить! Мы пожертвуем, ну, конечно, своими жизнями ради Кхалы. Урсадона убили, жалко. Ладно, хрен с ним. Ладно, уже убивайте эту капсулу, честное слово, надоели. О, все. И добиваем жалкие остаточки. Давайте даже еще гидралисков доделаю. До максимума. А что нам надо уничтожить? А, просто остатки. Ну ладно. Вот и все. Все протасы мертвы, моя королева. Моя королева, ты слышишь меня? Мы остались одни. Странно. Королева Клинков поставила перед нами одну цель. Уничтожить протасов. Мы должны быть готовы. Мы снова будем служить. К
Какое-то это не то завершение миссии, которое мы ожидали, дорогие друзья. Но все-таки странно. Неужели она... Почему Керриган не ответила? Непонятно пока, но будем выяснять. Узнаем в следующих миссиях. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.